Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Оля, привет! С 8 марта тебя. Ольга. Ольга. Что-то отмечаешь или еще нет? Ой, ты, что ты здесь? Же есть 0-1. Спасибо. Кама. Ты что мне отвечаешь? Ты скоро собираться? Мне так лень. Не представляешь. Да, я плачу. Я ненавижу этот праздник. Я вчера отмечала, сейчас просто погуляю. Ты как отметил? Да, в лов. Не я. Чуть позже начну отмечать, кто обидел. Жизнь. Обидела меня жизнь. Да. Вот так. Мне вообще к 7, но так лень вставать. В смысле, не знаю. Лень. Надо бороться, хотел сказать. Бороться с ленью. Ну, не могу. Не судьба пока. А ты с кем пойдешь отыть? С той же компанией, что вчера? Рука вообще не получилось, не потянуться. Понял, принял, записал. Блин, нафиг делать, как нефиг. Даже туда ехать не хочется. Випки неинтересно, випки только в этот в PlayStation играть. Чего випки делать? Наоборот, когда на всех смотришь, танцуешь, выходишь. Так интереснее випки. Я сегодня ездила за Майко. Мы нашли какой-то лес. Привет, спасибо, спасибо большое. На нас самую игру играли. В очень интересную игру. Да. Там было очень круто.
Вообще по кайфу. Я тебе потом фото видео скину. Да, там было по кайфу. Не хочу никуда идти. Идти и не пить. Прикольно, да? Короче, надо собираться, надо поднять свою задницу и собираться. Раз, два, три. Тёлочка, смотри. Что делать мне, душа больна, и смотрит мне в глаза она, любимая, не уж то ты другому сердце отдала. Что делать мне, душа больна? Дальше запу. Что делать мне, душа больна? Подожди. Какие дальше слова? Что делать мне, душа больна? Что делать мне, душа больна? Да, ты один, потому что все отмечают. А вот. Что делать мне, душа больна, не смотрит мне в глаза она, любимая, не учта ты другому сердце отдала. А, посмотри, не люби, тьфу. Что делать мне, душа больна, посмотрит мне в глаза она, любимая, не учта ты другому сердце отдала. А-ля-ля. Так, ну вставай на счет три. Мне осталось полчаса собраться. Давай, раз. Два. 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 Три. Типа встал. Ой, очка. Так, ладно, пошла собираться, так что еще увидимся сегодня.